В зале Международного инновационного университета «Весь цвет отечественной науки» участники конкурса на лучшую научную книгу 2016 года. Преподаватели вузов и сотрудники научно-исследовательских учреждений приехали в Сочи со всей страны. Их приветствовал президент Фонда развития образования, академик Российской академии образования Михаил Берулава. Ваши научные книги вызвали большой интерес научного общества. Именно вы, дорогие победители и лауреаты конкурса, развивайте российскую систему образования и науки. Спасибо за это. Экспертные комиссии рассмотрели заявки на конкурс от почти 3500 ученых из более чем 900 высших учебных и научно-исследовательских учреждений. Как отметили почетные гости из зарубежных вузов, эти научные труды – вклад не только в российскую науку. В первую очередь ваши усилия обогащают российскую науку, но также это великий дар всему миру. Четвертый раз мне посчастливилось присутствовать на неделе науки, на церемонии награждения. Я вижу, что количество участников год от года растет. Все больше ученых приезжают и участвуют в мероприятии. Я выражаю большое уважение к организаторам вот этого мероприятия и могу себе представить, какое значение имеет оно для участников, потому что научная ответственность авторов книг огромна. По результатам конкурса лауреатов определили в 5 номинациях: гуманитарные, технические науки, экономика и управление, юриспруденция, педагогика и психология. Им вручили кубки и дипломы, а также солидные денежные гранты. Действительно, это такое очень значимое событие для любого преподавателя, любого вуза нашей огромной России. И признание научной общественности, монографий, учебных пособий – это, конечно, очень важно. Лучших представителей научного сообщества страны поздравили большим творческим концертом студенты Международного инновационного университета. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.